Раді представити гостя нашої студії Вовкова Людмила, керівник танцювального колективу «Сувенір», Аріна Науменко та Назар Федоров, учасники танцювального колективу «Сувенір». Вітаємо вас і на студії. Доброго ранку. Дякуємо, що зранку ви завітали до нашої студії. Отож, розповідайте, діліться тим, що у вас нового відбулося за останній період. Тим паче, знаємо, що у вас була активна творча діяльність за декілька тижнів останніх. Де були? Багато натанцювали. У нас дуже була напряжена цей рік. Ми в апрелі місяці подтвердили звание народной. Угу. Была комиссия, где представили 25 номеров, хореографических номеров. Концерт проходил в областном доме культуры. Угу. И в августе вышел уже приказ, указ, что мы подтвердили это звание Министерства образования. Затем у нас насыщенный год был. Дети ездили на международный фестиваль в Болгарию, угу, где они были признаны лучшей группой, заняли первое место. Это второй состав, который сейчас дети, угу, присутствуют. И первый состав, старшая группа у нас, ездила в Испанию в этом году. Угу. Также была признана лучшей группой. И летом еще мы участвовали в фестивале «Золотые лылыка», который проходит ежегодно, угу, в вот Рыбаковке. Вот я вижу дипломы. И везде, как правило, и буквально або гран-при, або перше місце. А? Що результатно це або гран-при, або перше місце, що приємно? Ну, приємно гран-при, но гран-при давався фестиваль, був і вокал, і хореографія. І дуже сильний був вокальний колектив в Болгарії, дали їм гран-при. На Золотому Лику у нас гран-при. В Іспанії у нас гран-при, ми лучші. Там не говорять гран-при, а best група, лучшая група. Самый лучший среди лучших. Да. А по поводу работы коллектива, вы говорите, два состава, я так понимаю, что активно ведется... Нет, у нас четыре состава. Четыре, вот, у нас второй сейчас состав. Набираются новые участники или пока что работаете? Как часто новые участники могут прийти к вам? Каждый учебный год начинается в сентябре, делаем дополнительный набор. Дополнительный набор можем дополнять и в те группки, если подготовка есть у детей, и абсолютно новых. То есть, если кто-то посмотрел нас сейчас и вдохновившись, захочет, да, к вам прийти, он может смело собираться. Может смело приходить, мы никого не выгоняем, принимаем всех, но, как говорится, научить было бы желание, можно всех. А по возрастным рамкам, с которого возраста вы уже работаете с детками? С 5 лет и до 19. Угу. И потом вот уже свободное плавание можете. Нет, почему? Я, например, ну это пока ничего не, пока этот еще выпуска нет у нас, угу, такого. Конечно, у меня такое желание, чтобы детей передавать то ли в какой-то университет, коллектив взрослый, угу, ну вот как хотят в Институт культуры уже некоторые поступать на хореографию. Хочется на будущее где-то создать взрослый коллектив. Угу. Ну это перспектива. А как часто проходят занятия и насколько плотно состоит график? Ну, основные группы, это первый и второй состав, занимаются три раза в неделю хореографией, один раз в неделю у девочек гимнастика, мальчики акробатика. Угу. Младшие три раза в неделю занимаются. Ну, когда нужно, и каждый день занимаются. Угу. То есть, особенно на каникулах. Очень люблю каникулы, когда дети не учатся. Их можно мучить, уроков нет, и каждый день заниматься в любое время. А вообще, ваш коллектив легендарный не потому, что объездил пол Европы, а еще и потому, что имеет очень... интересную, но в это время и грустную историю, потому что вы в Николаеве, сколько это уже? Третий год. Третий год. Мы уже николаевцы, я грустную историю хочу забыть. Да, все. Да, мы уже николаевцы. Все, вы теперь уже наши, и мы вас никуда не отпускаем, самое главное. Мы сами не уедем. Остается только гордиться. Да, вы... Да, мы таких детей воспитали третий год, куда? Ради детей... А самое главное, что все дети, которые были участниками коллектива, теперь уже в Николаеве. Да. Но все это, дети. Все это дети. И вот это же все, которое, если у нас приехало сюда человек 20 было, то сейчас это пополнилось до 100 человек. Это уже все николаевцы. И мы все николаевцы. Все. Это приятно. Самое главное, что на мирной земле можем спокойно танцевать. А по поводу ребят, у вас хотелось бы спросить, как вам занимается, расскажите, как вам путешествуется? Потому что не только же штурмовка, скажем так, танцевальная, но все-таки поездили уже по разным странам, увидели разные страны. Где больше всего понравилось? Мне лично понравилось больше всего Болгария. Было время отдохнуть или все время заставляли танцевать и работать? Ну, было время. Мне хотелось все-таки пойти где-нибудь прогуляться, что-то нового почерпнули для себя. Какие-то экскурсии было что-то? Ну, у нас была экскурсия по какому-то острову, я не помню, как он называется. Но там было интересно. Варно ездили, да. Самые главные фотографии и селфи есть, да? Все, да, ну много, это конечно. Самое основное. Самое главное. Да. А как у тебя, что запомнилось тебе больше всего? Ну, наверное, как мы ездили в Испанию,
В Испании мы познакомились с очень много коллективов. Угу. Там были турки, канадцы, поляки. То есть со всего мира, да? Да. А я так понимаю, что вы ездите с одного международного конкурса на второй, и, соответственно, уже с некоторыми коллективами встречаетесь не первый раз. Да. Уже есть какие-то дружба межнациональная, да? Ну, это приятно. Общаетесь как-то в соцсетях? О, да? Ну, это отлично. А как по возрастным категориям? Эти конкурсы проводятся в разных возрастных категориях или все в... Конкурсы проводятся в основном хореографические, ну, фольклорные. Да, по возрастным категориям. Там есть рамки, допустим, вот эта группа, этот номер, там, грубо, с 12 до 14 лет, дальше с 14 и старше можно вот так. У вас, ребят, нет вот ощущения, что вы уже лучшие, вы лучшие в Европе, у вас гран-при? Вот нет такого ощущения? Да все, мы самые крутые, уже ничего не надо. Или все-таки хочется работать дальше? Хочется работать дальше. Да? Ну, это приятно. Назара, вообще какая мечта? Вот. Где танцевать? Я хотела танцевать в ансамбле Верского. Ну, это хорошая мечта, есть чему стремиться. Тем более, уже есть хорошие результаты. Я думаю, что еще парочку лет, когда подрастешь, уже как раз хороший вариант, куда передавать. Да, в студию, да, к Верскому. Сейчас, кстати, старшая наша группа в Артеке находится, с Анной Юрием Скальворовым. Там проходит первый проект «Танцы дружбы» называется. И вот нашу старшую группу с каждой области по одному коллективу. Николаевскую область представляет наша старшая группа. Я только оттуда приехала, тоже была на мастер-класс, меня попросили, ездила, давала хореограф. Осталось там дети 20 дней, пуще водиться в этом Артеке сейчас. Вот мне интересно, если вы собираетесь участвовать в конкурсе, существуют ли какие-то параметры по хореографии непосредственно, по подготовке номера? То есть вот вы вольно готовите номер или же соблюдая какие-то условия? Нет, мы перед тем, как ехать на конкурс, мы даем свои номера, какие мы предлагаем, и там отбирают. Как правило, обычно 2-3 номера, но за границу, конечно, чуть больше, там даешь... Уже если ехать, то ехать. Конкретно, да. Нет, там конкретно каждая группа, вот выделяете 20 минут, 20 минут, но надо именно свой фольклор. Вот мы почему, у нас в основном мы базируемся на украинских танцах народных. Детям очень нравятся украинские танцы. Ну да, как бы представление в Европе своей культуры. Да, если со своим самоваром. Если это все-таки фестивали, конкурсы проводятся в Украине, здесь уже проще, можно показывать и другую культуру. Можно. Танцуете еще какие танцы, кроме украинских? Можно. Мы танцуем и детские. Вот такие у нас танцы, как малыши танцуют. И маленькая краина, маленькая страна. И переплясики детские. Вот у нас наша легендарная молитва про Украину. Это в Доме классики уже идет. Потом номер, когда мы готовили торжественные, тут были мероприятия. «Мир без войны» на конкурсе. Патриотические. Тут тоже Доме классику даем. Ну, как я считаю, дети должны уметь танцевать. Мы стараемся, чтобы они все... То есть Украину показывают. Что-нибудь. За время существования коллектива было уже такое, что участники стали потом уже тренерами для более молодых? Или как у вас есть такой процесс? Ну да, вот моя дочь, это Анна Юрьевна, она хореограф. Потом в ансамбле Вирского у меня танцуют выпускники мои, два человека. В цирке на хореографии в балете танцуют. Ну, хореограф, сейчас вот наш Луганский тоже был хореограф Луганский, сейчас он, ну, остановились они в Одессе, он в Одессе продолжает хореографом работать, да, хореографами. Сейчас наши зрители также могут увидеть и другие фотографии как раз с ваших различных, я так понимаю, путешествий. Можем прокомментировать, что это, костюмы. Это и где. Самое главное, смотри, как все патриотично. Я смотрю даже с канадским флагом, вот с украинским уже. Да. Это в Испании было, да, Елена? Вот фотографии с Испании видим, а это где? Тоже Испания, да? Ой, здесь уже совершенно другие. Смотрю, это костюмы. Вот это что-то, это номер, Гена. Это Мультляндия даже. Мы тут был конкурс Мультляндия, Мультляндия проводила область наша. Это где-то в жарком месте. Это в Турции. Знойно. Это, наверное, в Македонии. Да, Македония. Кирилл, Вовочка, маленький, где разрешали малышей. Ну, это как экскурсия, путь там фотографии. Если мы же когда ездили в Испанию, мы стараемся детям показать много. Мы заезжали и в Праге были, и в Кракове были, и в Германию заезжали. То есть по максимуму точек, чтобы увидели все. Заехали даже. Ну что ж, а какие планы, к чему готовитесь? Сейчас, конечно, мы готовимся. Вот было Прибужье, в Южноукраинске проходил отборочный тур.
фестиваль такой Прибужья. И там коллективы, которые займут первые места, дальше будут продолжать для участия в конкурсе Павла Вирского. Этот всеукраинский конкурс, он самый значительный у нас в Украине. Туда очень трудно всегда, ну, лучшие коллективы. И как ранее работая, мы всегда попадал в сувениры. И я так думаю, вот в этом году мы заняли первое место. Сейчас здесь в области будет еще один кустовой смотр Одесса, Херсон, Николаев. Здесь еще отбирать будут. Надеемся, будем стараться, трудиться. И все-таки в 2017 году, когда будет в мае уже конкурс Вирского, так, чтобы мы Николаевскую область представили, Дом творчества представили по образованию Николаевской области в Киеве. Ну что ж, мы вам желаем только вдохновения и только сил для того, чтобы побеждать и получать только самые лучшие, самые высокие награды, потому что вы того достойны. Спасибо большое вам за то, что сегодня пришли. Ребята, вам большое спасибо. Вам тоже вдохновение, потому что у вас и учеба, и здесь учеба расхватывает вас. Плюс я не знаю, как вы успеваете и в поездках, и параллельно еще вместе с тем и учиться. Гулять некогда. Я смотрю, есть у нас видео. Давайте мы немного посмотрим. Наши зрители тоже это увидят. И потом уже будем прощаться. Так, сцену будинку культури розриваєте. Запальні такі танці, так. Я хочу сказати. Ну, звичайно ж, і ще одне підтвердження того, що ви дійсно достойні найкращих нагород. Побачили вже, як танцюють, не тільки про враження розповіли, але й показали результати. Дякуємо вам, натхнення ще вважаємо. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із керівником танцювального колективу «Сувенір» Вовковою Людмилою та учасниками танцювального колективу «Сувенір» Аріною Науменко та Назаром Федоровим.